«Прощайте, начальные классы». Под таким названием в теоретическом лицее Константин Стери села Абаклия прошел праздник для четвероклассников. Экзамены уже позади, и совсем скоро у выпускников младших классов начнется взрослая жизнь. Если дуререс, сатети спарц, дячи купий. Очень тяжело расставаться с детьми, потому что чувства такие, что вместе с ними уходит все хорошее и частичка тебя. В стихах и песнях школьники выражали слова благодарности своим учителям. Эти моменты были поистине трогательными, ведь они навсегда прощались с любимыми педагогами. Немного грустно, что мы покидаем свою учительницу, которая вела нас с первого класса. Для меня она как мама, поэтому не хочу от нее уходить. У тебя было какое-то событие в начальных классах, которое ты будешь помнить всегда? Я буду хранить все воспоминания, потому что они очень хорошие. Не менее трогательным праздник прощания с начальными классами стал для родителей выпускников. Эмоции только позитивные, но, честно скажу, были и слезы радости. Как отметили многие родители, они на протяжении всех 4 лет сотрудничали с учителем начальных классов. Есть у профессора Она очень умная, хорошо знает свою работу и прекрасно учит детей. В этом году в лицее Константин Стери всего 1 4-й класс. В нем занималось 29 ребят.